Всем привет, и это вторая часть рубрики «Повтори постройку», в которой я собираю подписчиков-строителей, и мы вместе повторяем одну постройку. И сегодня за один час мы должны построить эндер-дракона из Майнкрафта, который всего лишь должен уметь летать, стрелять, двигаться. В принципе, не только что и много функций. Жестко. И как видите, мы находимся в квадратиках разных цветов, ну кому какой цвет нравится. И да, вы можете уже начинать строить. Уже прошли 10 минут безостановочного строительства, и я хочу посмотреть, что тут у кого получается. Начнем с гуся, потому что он мой сосед, прямо вообще рядышком со мной живет. Ого, я вижу, что тут у тебя есть хвост, шея с головой, тело немножко вытянутое. У гуся прикольный, да, дракон. И здесь у нас, смотрите, какой круглый дракон получается. Он будет пузатиком. Что это за дракон вообще такой? Круглый. Облачко. А, он, наверное, крылья делает. Кстати, мы крылья не сделали, да. Здесь вот Рон сразу сделал хвост и сразу начал делать крылья. А здесь у нас был памперс, да? Ты тоже начал крылья делать. Я, кстати, совсем про крылья забыл и даже их не сделал. Здесь у нас нубик, у которого получается самый красивый дракон, как по мне, да? Смотрите. Видите, у нас даже крылья есть и ноги уже. Ну, пошлите вот сюда, вот тут мой дракон. Я пока только сделал такие вот очертания разноцветные. Он же полностью черный, разве нет? Да, но я пока просто так разукрасил очертания. А, мне так удобнее. Окей. А мне нужно быстренько сделать крылышки. Памперс, что смотришь? Да, нет, просто посмотреть. В смысле просто посмотреть? О, неплохие крылья, кстати. Сделаю такие же. Памперс, ты что, сидишь у меня тут все воруешь, что ли? Ой, я хотел сказать, не воруешь, а благородно берешь на время. Все, я сделал крылья. Ура! Какие они у меня получились. Некрасивые. Да не, норм. Я такие же буду. В смысле? Ой, я уже устал тут строить. Давайте все вместе соберемся и пойдем смотреть, что у нас тут за постройки получаются. Давайте посмотрим. Пошлите к гусю. Что у него там интересного? Смотрите, какое у гуся есть крутое крышко у дракона. Только кажется немножко маленькое. Это маловато. Пошлите к этому неон-пирату, посмотрим, что у него там. Так он крылья такие круглые делал, мы думали, что он круглое делает. Пока что на летучую мышь похож. Здесь у нас чья постройка? Памперса? Да, это... О, крылышки, прям как у меня, да? Да. Как и ноги, как и руки. Ладно. Все в точь-в-точь. Ладно, пойдемте сюда. Здесь у нас постройка кота Нубика. Вот у него какой. У меня только крылья вот такие добавились большие, и все. И в принципе мне нужно только разъединить все суставы и потом делать механизмы. Давайте тут пусть делает. Okay. Ужас, мне придется сейчас все крылья сломать. Зачем? Потому что они у меня вместе получились. Ужас просто. Но механизмы требуют жертв. Эндермена есть ушки? Не понимаю, откуда взялся этот странный вопрос, но у него нет ушек. Эндермены глухие. Поэтому нас и кусают. Да я говорю про эндер-дракона. У него есть. Ну, посмотрите на картинку, там есть ушки. Ну, да. Ой, мне сейчас второе крыло дырявить придется. Не, я на это не согласен. Лучше пусть он будет однокрылый. Чурчик и бегают. Я на сервере? Ты летаешь. Кикнула за читы. Читы да. Оба выключи все лучше. Я видел. Нет, я познался. Зачем нам на дракона флаг ставить? Он должен нас съесть. А зачем есть, он можно приручить? Зачем есть, если можно приручить? Чтобы мясо было. Зачем ему нас есть, если мы его сами можем покормить едой своей? Потому что он нас не понимает. Можем достать переводчик для дракона. Не уверен, что такое существует. Он будет у меня малышом, дракончик. За это его можно приучить. Он же ничего не понимает. Поэтому его можно поджарить. Поддерживаю ухо. Не, моего, пожалуйста, не жарьте моего дракона. Он будет со мной жить в доме. Ладно. Я сделаю дом для него. Ужас. Полностью поддерживаю ухо. Надо его съесть. Если мы его съедим, то его братья и нас съедят. Страшно звучит. Очень. Ладно. Какие глаза у дракона? У меня какие-то эти, не получаются они. Помнишь, памперс, как ты мои крылья смотрел, мое тело? Нет! Так я у тебя посмотрю. Я их закрою! Я их закрою! Ну ничего, можно через блоки смотреть. Я все запомнил, спасибо, памперс. Опять на меня Рон схагрился. Я же крал идею.
Аух. А, куда, куда? На меня не надо. Я добрый. Ай, куда? Я вообще улетел куда-то. О, ты такой красивый дракон, кстати. Не трогайте меня, пожалуйста. Во, у меня такой уже. Осталось только лапки сделать и проверять механизмы его. О, ужас, что это такое там? Какие зубы, ужас. И челюсть вообще, все страшно. Так, у меня готов дракон полностью, осталось только сделать ему механизмы. И на все это мне осталось сколько? 20 минут только? Так, что тут у нас за дракончики? Интересно, у меня у пирата. Сейчас я к нему слетаю. Ой-ой-ой, пират, кажется, не успевает, да? Как обычно. Ну, голова у тебя красивая получается. Вон там я вижу вообще огромный такой дракон. Круглый. Вот здесь у нас у неонового пирата. Урона... А, он был страшным, уже не страшный. У него был белые ноги, потому что он их поломал. Ноги, да. И он не сможет же есть и будет с вами жить. Ужас. О, у памперса какое лицо красивое вообще. Ну, не раскрашено еще. Ноги есть, крылья делаешь. Так, у нас тут гусь делает механизмы, а вот над декором немножечко не постарался. Мне кажется, памперс и гусь сейчас объединят своих драконов, получится что-то. Самый лучший дракон. У меня декор норм. Так, ладно, мне надо поскорее делать механизмы. Смотрите, какую систему сервоприводов я сделал, чтобы заработало вот это все. Я у тебя скопирую. Рубрика «Повтори постройку», но я не думал, что прям все у меня повторять. Жила. Так, сейчас я буду проверять свою шею. Ну, не свою, а этого дракона. Очень странно звучало. Ой, отвалилось. Ну ничего страшного. Так, сейчас заново загружу. О, пират ко мне свалился на голову. Да, конечно, я к тебе свалился. Ты мой кубик удалил. Как я должен был устроить? А, я понял. Буду поосторожнее в следующий раз. А то я тебя... О, смотрите, какой дракон страшный. О, испугался. Тут. Какой-то странный дракон. Как будто танцует с своей шеей. Что-то такое странное. Я тебя по-другому программировал. Так, тогда мы сделаем вот так. Твою шею... сломаем. О, теперь живой вроде бы. Вроде бы нет. Во, работает. Смотрите, какой злой. Ужас, какой дракон страшный. Но мне он нравится. 20. Какой крутой механизм. У кого? У тебя, можно такой же сделать. Чего вы все хотите у меня все украсть? Я не копирую, я повторяю. Мне нужно прятать механизм. Конечно. Идет проверка моего супер-мега плохого дракона. Ого, мой дракон умеет летать. И, конечно же, уничтожать, аннигилировать все и вся. Смотрите, смотрите, какой град пуль на вас летит. Прям по мне попал. Почему дракон летает? Я разбил дракона. А деньги кто платить за него будет? Ух, у меня тоже шея ломается. О, ух, жиза, у меня тоже шея ломается. Это ты у меня украл, да? В смысле? Ой, это все ух у меня украл. Я тут ни при чем. Это увидев на дуэй. Давай ПВП, включи ПВП. Давай драться. Что происходит? Сам без понятия. Мне то же самое. Получай. Да, кто-то... Моя голова! О, огонь в атаку, все, минус гусь. Ты мою масочку сломал. Я тебе отомщу, я тебе обещаю. Да ну. Так, загрузите все своих драконов, кто насколько готов. Памперс тоже иди. Памперс, а ну быстро встал, поесть. Это тебя не спасет. А ну давай, вставай. Пишешь. Ну блин, меня тут разбудили, ну я просто. Так, давайте начинать обозревать наших драконов. Начнем с самого. Ну не с меня начнем. Готовим своих драконов. Давайте сейчас вкратце я покажу всех драконов и начнем их более так интересно смотреть. Это мой дракон вот такой. Вот такой дракон у гуся. Вот такой дракон у. Неонового пирата, вот такой дракон у Рона, вот такой дракон у Памперса, и вот такой дракон у Нубика. Начнем смотреть дракона неонового пирата, потому что он самый первый, ну, самый первый квадратик. У него вот такие круглые крылья, вот такие вот зубцы. Какое грозное лицо драконе! Руки, ноги, крылья. Ой, а там на нога отвалились. Ну ничего страшного. Можно я с тобой сяду? Я говорю, я хотел дополнительный стульчик, я не хочу управлять. Потому что шанс того, что я разобью прирученного дракона, очень высок. К тому же он золотой. Ты моего Шактрона чуть не разбил тогда. Ой, а он этот дракон немножко зол на меня, как по мне. Полетели, пират неоновый. О, все, он умеет летать. У него открывается страшный рот. Ой,
Что-то мы разбились в первые секунды полета. Он даже умеет делать сальто. Даже без тормашки, смотрите, летать умеет вообще. Ай, куда? У него рот вывернулся. И съел его глаза. Ой, он, кажется, больше не видит. Ужас. И, кажется, это все его функции. Вот такой летающий дракон. Так, следующий дракон, которого мы посмотрим, будет маленький дракончик Рона. Давайте. Ау, Рон, я тут. Ну так я, ух, а ты, Рон. Что-то я запутался вообще. Как ты говорил, это малыш, дракончик, у которого все ноги белые, потому что они все в гипсах, потому что он их всех сломал. Он может вот так двигать. А ты, он может стрелять. Слушай. Вот он улетает, ура, Я пока не видел, чтобы у нас один, хотя бы один дракон летал нормально. А я что, нормально летаю? Нет. Ну что, Рон, полетели на базу тогда смотреть следующих драконов. Ладно, давайте я сейчас... Вот два дракона же все это время. В смысле выгружаемся? У меня турбина не работает. А, давай, дай-ка мне дракона. На Е нажимай. Вот дракон. Все, дракон сломан. Ой, как и я, в принципе. Ладно, пойдемте на базу. Сейчас мы посмотрим моего дракона, чтобы отомстить гусю. Мой дракон выглядит вот так. Он очень злой, потому что он хочет зажарить гуся. И он, конечно же, имеет кучу механизмов. Это то, что он умеет крыльями махать, у него еще голова двигается вот так, танцевать умеет. И еще у него хвост двигается, и ноги тоже, кстати. А здесь у нас был памперс, да? Вот. Можно я полетаю? Памперс, я не сломаю, я хороший летун. Точно? Давай. Готов, 3, 2, 1, полетели. Ой. Нет! Что я сделал? Нет! Я ему голову взорвал, как я так умудрился? У меня рабочий. Да это гусь сломал. 100%. Ой, кто моему дракону тело сломал? Это я. Причем? Ты моему дракону тело сломал, да? Пусти же силу эту богатырскую. Так, давай памперс посмотрим твоего этого. Дракончик. До сих пор памперс. Как летать? F? На F, на F. На... Ладно, без головы. Он вот так получается может крыльями еще махать. Вот. Хоп. А где всё, голова? Подорвалась. Ой, это какая-то птичка, знаешь, как будто подбили. Подбили птичку. Ну, нормальный дракончик. Давайте теперь посмотрим гуся. Как летать? Он умеет, конечно же, летать, управляться, и у него двигаются крылья. А как? А на А и Д там. Да, давай-ка спустимся и посмотрим, как эти маленькие крылья двигаются. Да, нормально. Кстати, хвостик тоже двигается. Ты у меня опять механизм украл, да? Так, подожди. Наказание. Ой, ты что сделал? Я оцениваю дракона-гуся на 0, потому что он его сломал. Ладно, я шучу. Оценки пишем, конечно же, в комментариях. Так, ого, дракончик. У него две расчетки в комплекте. У него есть даже тортик в комплекте. Мощное вооружение, зэк. 12 гусей из 20. Молодец, красавчик, стоп, 12 гусей. Ой, вью, как он полетел, скоростной, все, скоростной, поэтому 5 из 10. Еще один балл. Так, что тут у нас за дракончики, интересно, у меня у пират. Сразу видно профессиональное. Так, жмакаем на кнопку, да? Да. Ты уже жмакнул. Я не жмакал. У тебя вот получается такой хвост, сразу наклоненный. Крылья сгибаются, они... не просто сгибаются в одной пропорции, а в двух пропорциях. Хотя у нас вроде бы тоже так. В двух элементах, да, сгибаются. Да. Дальше у него открывается ротик, то есть он тебя может съесть. О, прикольно. Ай, куда? Куда? Гусь, достал уже. Ну и... Да хватит, что за террористы атакуют тупо? Короче, ему сломали шею какие-то дундуки. Ладно, садись ко мне, пофиг на шею. Полетели в конец корабликов. Полетели на драконе куда-то. Почему он так коряво летает? Это сервер лагает, кто-то что-то грузит. Потому что у тебя крест пилота стоит на голове, а не там. Поэтому ты от головы крутишься. Видишь, я шарю за кораблики. Да, крутой. Давай вот тут сядем в магическом лесу. В смысле в магическом лесу? Ну всегда? Нет. Ну теперь да. Я на это не подписывался. А что, меня с мухомором не оставил? Да и так красиво, ладно. Можно лететь обратно на базу. Давай, садись. Домой. На этом будет заканчиваться вторая часть рубрики «Повтори постройку». Ой, а что мы застряли? Ты же говорил, домой отвезешь. Ужас. Меня забыли на большом дереве. Полетели. Всем пока. Thank you.
Бензин кончился. Всем пока.